В Славянской школе-интернате есть хорошая традиция провожать Старый год и встречать новый в кругу настоящих друзей, в числе которых глава Славянского района Роман Синеговский и председатель районного совета Григорий Литовко. За последние 10 лет эту традицию не нарушили ни разу. На новогоднем представлении в школе-интернате побывали и наши корреспонденты. Анна Монастыренко с подробностями. Ребятки, с Новым годом поздравляю, всего радости желаю. Новый год в школе-интернат, как всегда, встречают весело и интересно. Здесь подготовили настоящую новогоднюю сказку с Бабой-Ягой, Дедом Морозом и Снегурочкой. Ребятам пришлось выполнить немало заданий, чтобы злая волшебница подобрела и разрешила зажечь разноцветными огоньками новогоднюю елку. Вместе с детьми в праздничном представлении участвовали глава района Роман Синеговский и председатель районного совета Григорий Литовко. Почетные гости поздравили ребят с наступающим Новым годом, пожелали им успеха в учебе, ну и, конечно же, подарили подарки. Дорогие наши дети, я всей души вас поздравляю с Новым годом. Значит, в новогоднюю ночь сбываются мечты, поэтому я бы хотел, чтобы вы, во-первых, хорошо провели время, порадовались, повеселились, сбылись все ваши сокровенные мечты, чтобы все было вокруг замечательно. Всем детям вручили коробки со сладостями. Не забыли в этот день и про педагогов. Ведь именно благодаря их внимательности и профессионализму воспитанники интерната хорошо учатся, занимают призовые места в спортивных соревнованиях. Новогодний вечер в Славянской школе-интернате получился невероятно добрым, душевным и трогательным. Спасибо! Анна Монастыренко, Александр Косицын. Программа «События».